эксперимент. Можете в комментарии писать, мол, то, что лайм. И казалось бы, то есть Advanced Roleplay, он уже абсолютно точно никому не нужен и вообще в сампе. Но это как бы, ну, вообще, я не знаю, жду, когда давно играют, и для них это уже, ну, такая, знаете ли, не особо все хорошо произошло, скажем так. Задонатил несколько рублей для того, чтобы сменить ник, в общем-то, но пропаганду он точно отличить не может. И вот когда вы знаете, потом, если ваш аккаунт там кто-то сольет, вот это вот Террис Сквад, либо сам Павлов, если сольет. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Для тех, кому прям особо было интересно, на прошлый видеоролик все-таки дали зеленый значок монетизации без обжалования. Хотя поначалу, когда я только загрузил видеоролик, и там, знаете, первые несколько минут прошли после того, как вот там вся эта обработка прошла, и все такое еще до публикации, на него повесили желтый значок, и я подал ответную вот эту, знаете, апелляцию, говоря, что нет, там все нормально, все круто, давайте разберитесь, сделайте все нормально. И как-то все было не особо понятно. После чего я публикую этот видеоролик, и на нем сразу же становится зеленый значок монетизации. Но вот, опять-таки, хочу развеять миф, о котором там, знаете, многие говорят, о котором вот, я не знаю, так вот любят его упоминать, прям то, что, ну вот, желтый значок монетизации, он мешает продвижению, а вот зеленым-то там просмотров прям, знаете, миллиард. Прям вот можно брать и вот этими всеми просмотрами ими обмазываться. Там, знаете, сейчас вот я вам скриншот прикреплю, я не знаю, сколько будет там просмотров на момент монтажа, но вот сейчас во время записи там какое-то 7-е место из 10 видеороликов. То есть на 7-м месте оно находится. Есть 6 видосов, которые там с, допустим, желтым значком монетизации, но зашли они лучше. И как бы непонятно, как это работает, однако для тех, кому это было интересно, вот, да, я получил зеленый значок монетизации, просто когда не матерился первые несколько минут, секунд видеоролика, и, в общем-то, все стало нормально, круто и вообще замечательно. Пизда, хуй, говно. Все, как бы минута прошла, я думаю, что я опять-таки могу материться, опять-таки повторим вот этот вот весь эксперимент. Можете в комментарии писать, мол, то, что, ну вот, вообще, какой значок монетизации дадут, желтый, зеленый, вообще, как вы думаете, да и многое другое. Однако, ладно, сегодня мы опять-таки поговорим про моего самого любимого GTA Samp ютубера, ну, одного из самых любимых GTA Samp ютуберов, Владислава Павла. Ох, как же меня много с ним связывают, потому что, ну, это настолько вот, знаете, ну, вот замечательный ютубер, что у меня прям вот, знаете, нет слов. Да не только у меня, там, Чопис, там, еще большое количество GTA Samp ютуберов, Black Bones, допустим, ну, разумеется, там, Владислав Павлов уже на все эти претензии отвечает, говорит, что они там просто, ну, в общем, это не важно, я вам потом как-то более подробно про все это расскажу вообще, то есть, ну, вот вы сами все это поймете. Итак, сегодня, знаете ли, с утреца, какого там августа, 18 августа, произошел слив самого нового сервера Advanced Roleplay, Advanced Roleplay Lime. И казалось бы, то есть, Advanced Roleplay, он уже абсолютно точно никому не нужен, и вообще, зачем его сливать? Однако, нашлись какие-то люди, я не побоюсь этого слова, потому что они себя сами вот так вот, знаете, обозначили террористы, террористическая какая-то организация у них там, и, в общем-то, что-то наподобие того. Я это все крайне осуждаю, не поддерживаю вообще. То есть, сливы это плохо, когда сливы проводят какие-то террористы, но это вообще, я уж извиняюсь. То есть, раньше-то какие были теракты, там, все прочее, ну, вы все, наверное, помните, а сейчас они происходят в сампе. Но это, как бы, ну, вообще, я не знаю, жду, когда вот всю эту команду сливеров их приравняют к какой-нибудь экстремистской организации, и, в общем-то, ну, чтобы они прекратили все-таки свою деятельность и уже отправились там куда-то, непонятно. Хотя, я, вы знаете, что я выступаю против сливов вот всех проектов, но Advanced Roleplay, на нем все равно никто не играет, и я сомневаюсь, что этот слив вообще хоть кто-то мог заметить, кроме тех людей, которые там уже, знаете, давно играют, и для них это уже, ну, такая, знаете ли, ну, типа, ну, слили и слили, ну, бывает там, что, Advanced Roleplay опять какой-то админ ему остопиздило, там, знаете, сидеть на админке, либо же его взломали, и, в общем-то, ну, как-то так все это произошло, и, в общем, его взломали, или там, просто он отдал свой аккаунт, продал свой аккаунт, возможно, сделал там какие-то прочие вещи, и Advanced Roleplay, мой один, опять-таки, из самых любимых моих серверов, слили, и, в общем-то, ну, не особо все хорошо произошло, скажем так, потому что, ну, там перебанили что-то много всех, я уже не помню, что там было на скриншоте, вроде как предупреждение, вроде как какие-то баны были, возможно, только предупреждение выдали, я точно не знаю, как там все это было, но факт в том, что сервак-то, по сути, ну, слили, и, кстати, в причину они писали свой, видимо, паблик ВКонтакте, который, ну, такой, знаете, журнальчик по GTA Samp, Life Samp, решил вот все это замазать, чтобы не показывать, видимо, этот самый
террорист Squad. Вот что-то наподобие того. И, как я понимаю, все это слил один, ну, такой, знаете, человек. Хотя почему у него никнейм не администратор, а террорист Squad? Возможно, что он, знаете, задонатил несколько рублей для того, чтобы сменить ник, в общем-то, ну вот, слить с таким ником. Но это, опять-таки, мои догадки, и да и они тут, в общем-то, не особо важны. И, опять-таки, что я тут могу сказать? Разумеется, сливы — это плохо. Но давайте вспомним первопричину сливов. Из-за чего вообще они случаются? Из-за того, что, возможно, я там, не знаю, людям надоело играть, там, и, типа, они такие, ну, хотят как-то пофаниться напоследок. Возможно, да, их все заебало, они просто хотят как-то, не хотят уходить спокойно, хотят оставить о себе след в истории, чтобы их там вспоминали добрым словом долгое время, и чтобы они вообще, знаете, всегда ли были на слуху. Что-то наподобие того. Но давайте вспомним еще более реальную причину. Владислав Павлов. То есть, понятно, что для такого человека, как Владислав Павлов, ему непонятны такие слова, как пропаганда, там, знаете, или реклама чего-либо, или там, ну, вроде того. Потому что, ну, рекламу он, возможно, и знает, но пропаганду он точно отличить не может. И вот когда, вы знаете, Владислав Павлов сливает все вот эти свои проекты, все вот эти свои сервера, и, в общем-то, находит общественное одобрение, постоянно его там лайкают, вот кроме ситуации, когда он просто заходил на сам ПРП и вот начинал делать всю вот эту свою хуйню, тогда да, тогда игроки сам ПРП объединились и наставили, в общем-то, ему дизлайков, потому что, ну, это просто, это был пиздец. Он, знаете ли, разнося GTA Самп сервер сам ПРП, рекламировал Evolve RP. Это ж, это такая чернуха, блять, он таким занимается просто, ну, об этом позже, как мы уже знаем, обо всем этом позже. И вот, то есть, потом, если ваш аккаунт, там, кто-то сольет вот этот вот Террис Сквад, либо сам Павлов, если сольет, либо какие-то последователи Владислава Павлова, то, разумеется, ну, вините во всем этом Павлова, потому что именно он привнес все это в такую, знаете, самповскую сферу, самповскую индустрию, и вообще сделал это таким, знаете, ну, нормальным движением. Ну, а что, ну, слил и слил, как бы, ну, а что такого-то? Ну, как бы, ну, я бы тоже так сделал, ну, нормально. И вот поэтому получается вот такая вот хуйня. Возможно, что этим самым сливом вот этот вот весь террорист Сквад, он, так, знаете, заруинил игру другим людям, помешал там как-то играть и так далее. Возможно, это и к лучшему, потому что тогда чуваки задумаются, мол, блять, так Advanced-то нас что-то вообще не ценит, какая-то у них слабая система защиты, и может быть мы перейдем на какие-то более хорошие сервера по типу Arizona RP Phoenix. IP, а также, кстати, мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, вся эта информация, кстати, находится в описании. Кого заинтересовало, кто уже там заебался играть на этом самом Advanced, кто не хочет быть рабом Андрея Ринга и просто непонятно там что делать, то, разумеется, заходите на Arizona Roleplay Phoenix, а также там же в описании, где вы найдете айпишник Arizona RP, там есть ссылочка на мой телеграм-канал, также эта ссылочка и, кстати, айпишник Arizona RP, они дублированы в комментариях, там вы сможете все это найти, со всей этой информацией ознакомиться и уже как-то более-менее сделать выводы из всего того, что вы могли тут услышать. Однако же пишите свое мнение в комментариях по данному поводу, как вы считаете, кто виноват во всех этих сливах. Лично я считаю, что во всех сливах, которые происходят, происходили и будут происходить, виноват никто иной, как Владислав Павлов, потому что именно он снимает видеоролики по всей этой хуйне и, кстати, уже который год не может набить татуировку. Всем спасибо за просмотр, хотя за что. Увидимся тут же завтра в 20:00, либо немного попозже, либо немного пораньше, в общем-то, как пойдет. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания.